Канун Дня Победы сотрудники теротдела «Видное Расторгуево» посетили все памятные места, находящиеся на своей территории. У памятника погибшим сотрудникам милиции в 1941-1945 годах прошла акция «Поклонимся». Мероприятие мы тем самым показываем, что мы остаемся верны памяти наших предков, что, естественно, все жизни, которые были отданы нашими дедами, все эти жертвы не зря, что мы чтим их память, что мы их наследники. Сегодня, вспоминая Великую Отечественную, нельзя не говорить о событиях нынешних лет. Две войны эхом отзываются в сердцах людей. В 40-х годах, когда началась Великая Отечественная война, мужчина из каждого дома ушел для того, чтобы защищать нашу Родину. В то время тоже, как и сейчас, думали, что не будет войны. Сегодня во время проведения спецоперации правильно очень делаем, что мы, защищая таким образом нашу страну не у нас дома, а за пределами, пытаемся очертить черту, за которую люди с оружием не зайдут на нашу землю. Сотрудница Росгвардии Ольга Хомякова пришла вместе с дочерью Сашей. Сегодня их муж и папа бьются с нацистами за Донбасс и Россию. Это тема войны, которая происходит сейчас, которая была на то время, они как-то пересекаются. У нас муж, папа сейчас воюет, защищает нас, защищает Родину, чтобы у нас было мирное небо над головой, светило солнце, чтобы у детей не было войны, был мир. За мир, за чистое небо, за счастливое детство наших детей. Слова-лозунги, искренне и чисто звучавшие у обелиска, попадали в самое сердце. Мир солдаты защищают, жизнь за нас и не отдали. Сохрани в сердцах своих память светлую о них. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.